Суд в Саранске признал 32-летнего местного жителя виновным в незаконном приобретении и хранении в целях сбыта сильнодействующих веществ. Все произошло в августе, когда подсудимый украл у больной матери анальгетик «Трамадол», который она приобрела по рецепту в аптеке. Лечение пришлось прервать. Мужчина, зная о механизме действия анальгетика, решил похитить ампулы с препаратом с целью дальнейшей продажи 45-летнему знакомому. Сильнодействующее вещество сотрудники регионального ОНК нашли в машине покупателя, который, кстати, работал таксистом. За каждую из упаковок «Трамадола» нерадивый сын получил 500 рублей. Свою вину в совершенных преступлениях местный житель признал полностью. Приговором суда ему назначено наказание в виде 1,5 лет принудительных работ. Анастасия Суркова, программа «Происшествия».